Это одно из главных зданий центрального офиса холдинга «Сибур». В этом и соседнем здании ежедневно работает более 1000 человек. Здесь, в центральном холле, расположен самый большой по размеру экран. Именно он встречает посетителей на входе. Всего в двух зданиях расположено 32 экрана. Сотрудники компании могут видеть информацию буквально на ходу, например, в ожидании лифта. За этой дверью располагается главный конференц-зал. Здесь проходят ключевые события корпоративной жизни холдинга. До внедрения нами проектов корпоративного телевидения во время мероприятий в зале собиралось большое количество людей. Люди стояли в проходах, пытаясь увидеть и услышать происходящее на сцене. Теперь же зрители это могут сделать в комфортной атмосфере, видя прямой эфир на экранах или со своего рабочего места по интранету. Это только малая часть корпоративного телеканала. У Сибура в регионах есть свои филиалы. Там на предприятиях расположены абсолютно такие же экраны. Сотрудники в регионе видят ту же информацию, что и персонал здесь, в центральном офисе.